часов пути, и мы в Амстердаме, как я говорила, в Майен-Айхольц, шоу-рум, 4500 квадратов, но вначале погуляем по городу. Погода отвратительная, у нас тепло, а здесь пасмурно и как-то. Кстати, такси Тесла, сейчас прокатимся на Тесле, интересно. Hello in Amsterdam, welcome on board. Мы нашли прекрасного капитана. This is my garden. I'm going to show you my garden. Okay, great. We are waiting. Представляете, больше 180 национальностей живет в Амстердаме. This is lake water. It's coming from the lake. We have a two-door system, one at the ocean and one at the lake. And at the moment now you can see the door is open at the sea. So the old water is getting out. And then we close the door and we open the water at the lake. So fresh water from But it's not possible to drink. This is possible to drink. No. Сейчас ждем машину и поедем в город на улицу Красных Фонарей. Какая очередь на живые порно-шоу? Всего лишь за 2 евро можно получить море удовольствия. Здравствуйте. Здравствуйте. Не хотите в музей проституции? Очень. 15 евро и ни в чем себе не отказывают. Так мы в музее проституции, но разрешили снимать, представляете? Здесь это практически невозможно, потому что снимать вообще нельзя нигде. Они просто налетают, выдирают камеры, кричат, матерятся, просто ужас. Вот в таких чудных условиях вы можете получить все услуги. Что это легализировано. И бюджет Голландии за счет этого пополняется на сумасшедшие суммы. Ужас. Мне кажется, я была бы очень некрасивой проституткой. А ну давай. А ну. Саша, ты проститутка, да? Если вы хотите легких наркотиков, вам сюда. Печеньки, кексики, конфетки. Мы прибыли на 4500 квадратных метров, самый огромный шоу-рум в Европе. Cheers. Cheers. Yeah. Cheers. Cheers. Cheers.
можно сказать про iHolts? Оправдались ли ожидания? Оправдались по нескольким причинам. Во-первых, когда едешь на фабрику, либо шоурум таких масштабов, ты едешь в первую очередь для того, чтобы не просто ознакомиться, увидеть, а почувствовать, пощупать и реально понимать, что ты предлагаешь клиенту. Почему? Потому что когда ты работаешь с каталогом, ты видишь просто красивую картинку. Как вы знаете, фотография, она бывает хорошо отфотошоплена. Здесь четко понятно качество. Качество iHolts, несмотря на то, что оно производится в Индонезии, Китае, Индии, удивило. Качество очень хорошее, действительно, начинает покрытий, обивки. Обивки, кстати, не горючие. Их раньше использовали только для UK, потому что для Великобритании, потому что по-другому туда было невозможно продавать. На сегодняшний день априори, в принципе, везде используются только негорючие обивочные материалы. Хорошие наполнители, отличное качество светильников всего. Единственное, что, конечно, некоторые модели расстроили, потому что выглядит великолепно, садишься неудобно. Удобно? Нет. А красиво зато. Но и при этом многие модели, которые в каталогах не нравились и казались некрасивыми в жизни, удивили тем, что на самом деле очень элегантные, приятные и комфортные. Комфорт номер один сегодня, мало брендов, не зацикливаясь только на дизайне, создают еще и комфортные вещи. Мне очень-очень все нравится, цены демократические, и есть огромный выбор на любой вкус, любой стиль. Не знаю, я очень довольна, я не жалею, что поехала, хотя очень тяжелый путь сюда. Круто, классно, будем предлагать, и я думаю создавать очень много объектов, используя именно эту продукцию. Классные штуки с эффектом обмана зрения, реально очень красивый декор, но и при этом весело. Каждый день, проходя мимо такого зеркала, вы будете улыбаться. Какая обалденная терраса. Представляете, у людей в офисе вот такая вот терраса. Это вход для нас, потому что здесь мы регистрация в Риме идет. Здесь четко почитали. Сотрудники регистрируются, не дай бог опоздал, штраф. То есть 40 тысяч квадратных метров складов. Да. То есть это на 300 часть... миллионов долларов. Да, это часть, да. Часть, маленькая часть, так сказать, миллионов. Откуда такие ресурсы? Изначально все с нуля заработано или ты был все-таки имел начальный капитал для открытия такого бизнеса? Все на самом деле очень прозаично. Когда-то он приобрел всего лишь небольшое так, количество товара, который он привез в Нидерланды, поставил в один из, так сказать, своему другу попросил продать ему шкафы. И через некоторое время его друг звонит, говорит, у меня проблема. Он говорит, какая проблема? Он говорит, твои шкафы очень быстро разошлись, привези мне еще. Ну, это как бы из крупной мебели. Он привозил очень много из азиатских стран. В то время было очень модно буды голов, вот такие вот азиатские аксессуары. То есть вот это положило начало. Но хорошо, все равно, сегодня на 300 миллионов долларов товара на складе, плюс который стоимость нравится, всего остального, да, бизнеса. Это все заработано с нуля. Все заработано с нуля. Мы прекрасно провели время, изучили подробно все коллекции шоурум, узнали подробности и секреты того, как Тео разбогател. Пакуем подарочки. Что, проводим тест-драйв? Тест-драйв BMW. Без грибов. iHolts закончен, теперь пошли в машинке. Мы приехали в Rates Museum. Это место обязательное для посещения всех, кто приехал в Амстердам, потому что оно входит в 20-ку самых посещаемых художественных музеев мира. Thank you.
Голландия – это не просто свободный, разудалый Амстердам. Для того, чтобы понять душу голландца, нужно обязательно посетить деревню Зансенсханс. Поверьте мне, это место действительно из серии «Must see». Здесь круто, прикольно. Всем советую приехать. Сумасшедшее количество людей, которые любят. На самом деле мы пробуем просто все подряд, такое все вкусное, что уже не можешь определиться, что купить, потому что уже забыл, что пробовал до этого. Нет, действительно, Голландия – страна сыра, и с этим не поспоришь. Так, как будто его отравили, потому что он даже не может чувствовать запах. На самом деле очень вкусно, но наша брензо на базаре намного вкуснее. Это так взять для сувенира. Smile. Hello. Hello to Ukrainian people. Hello, Ukrainian people. Добрый день. It's Toto. Это для молока. Что-то здесь снимать вообще категорически нельзя. Рискуя жизнью, показываю, конечно, музей Ван Гога. Сумасшедшее количество его автопортретов. Выключаю камеру, а то сейчас арестую. Вот и подошла к концу наша поездка на Айхольц, и мы все хотим вам передать привет. Мы все везем Айхольц в Украину! В наше время очень много работ, которые раньше выполнялись вручную, выполняются машинами. Давайте сегодня подробно рассмотрим, как же происходит нанесение черновой штукатурки машинным методом.